Кто-то сегодня везет там на всякие ебанутые репортажи. В общем, здесь такая история. В городе Первоуральске поставили новый светофор, и репортеры решили провести опрос населения, что они думают по этому поводу. И все вроде бы шло нормально, пока мне попался вот этот чувак. Ну, это трудно объяснить. Но вы имеете в виду по поводу самого столба? Что? Парня тупо спросили, что он думает по поводу нового светофора, и все. Причем тут столб вообще? Я знаю, что региональным телевизионщикам не о чем репортажи снимать. Но до того, чтобы опрашивать людей про столбы, на которые светофоры вешаются, они вряд ли докатятся. Мне кажется, парню просто одиноко и не с кем поговорить. Вот он и пытается растянуть эту беседу как можно дольше. По поводу пешехода или по поводу столба? Светофора. Вы видите светофор зеленый, красный? Его недавно не было. То есть здесь всегда проблема была с переходами пешеходами. Если проблема, значит светофор, если зеленый горит, то в правильном направлении. Вместе с пешеходом и вместе с дорожным происшествием. А я считаю, мое мнение, это нормально, да. Ребят, я серьезно не знаю, что мне по этому поводу сказать. Давно я не видел, чтобы кто-то нес такую бессвязную чушь. Смотря на него, я понял, что даже если ты несешь какой-то абсолютно непонятный бред, самое главное в конце сказать что-нибудь такое, что грамотно завершит твою речь. Я считаю, мое мнение, это нормально, да. Правда, он это ответил на вопрос, как вы относитесь к новому светофору, но это похуй. Пробки не увеличатся из-за этого? В дальнейшем? Да. Это тяжелый очень вопрос и трудный. Скорее всего, момент будет, может быть, какой-то, но это не затруднит проезжим, пешеходам и столбу. Можно так сказать. Бля, как мне нравится вот эта пауза. Да. Это тяжелый очень вопрос и трудный. Если бы в том самом видео с алкозамесом был вот этот чувак, то драки бы удалось избежать. То, что ты пидор, ёпта. Это тяжелый очень вопрос и трудный. Правда, это не вопрос был, ну ладно. А еще у этого чувака, видимо, какая-то проблема со столбами. Его про них ничего не спрашивают, а он зачем-то все равно что-нибудь доскажет про столб. Проезжим, пешеходам и столбу. И столбу. Чувак сказал, что светофор не затруднит движение автомобилем, пешеходам и столбу. Я, кстати, понял, почему он сказал про столб. Просто парень не уверен в том, правильно ли он ответит на вопрос или нет. И поэтому он добавил одну очевидную вещь, в которую он точно не ошибется. Действительно, ведь светофор же не будет затруднять движение столба, правильно? Я считаю, мое мнение, это нормально, да.